Продюсерская компания «Слово» и «Союз Видео» представляют. От создателя истории «Москва слезам не верит». Новый фильм золотой серии «Русский Декамерон» «Женская собственность». Елена Сафонова. Александр Абдулов. Татьяна Лютаева. Юрий Кузнецов. Нина Усатова. Амалия Мордвинова. Константин Хабенский. В фильме Дмитрия Мисхиева «Женская собственность». Испытываю, могу сказать, радости от стрельбы из гранатомета, пистолета, автомата и так далее, так далее. Вообще это такой смешанный жанр. Это и просто триллер, и вестерн. Там есть все. Крестоносцы у стен города. Как ваше имя, сир? Граф Роберт Парижский. Говорят, он один из лучших воинов в Европе. Граф, я бы тоже хотела сразиться с вами. Мужчины всех стран одинаковы. Роберт! А это вам. Константину Афари не скучно. Я, кажется, вовремя. Но у нас очень мало времени. Вера Сотникова. Александр Иншаков. В фильме «Рыцарский роман». Я ведь не к тебе лично, а в налоговую пришел работать. Всех лично буду рвать, всех и каждого. Ни один детектор не отличит, понял? Пес! Ну, потрох. Давай!